Приветствую всех на канале Доход без забот, с вами Борис. И я сегодня продолжаю рассказывать о сайте Workal и как я буду выводить отсюда деньги. Смотрите, для этого, чтобы для быстрого вывода в два раза быстрее, чтобы выводить отсюда деньги, можно воспользоваться такой услугой, что выбрать карту для вывода денег. То есть самое удобное в этом я нашел. То есть мне Райффайзенбанк, вот сегодня курьер, привез вот такую карту. Я ее заказал с учетом того, что я еще получу за нее деньги. Ее нужно просто активировать. То есть как это делается, здесь написано подробнее. Возможно, вам удобно будет Альфа-банк, возможно, вам простой доход, Локо-банк, я не знаю. То есть мне Райффайзенбанк более удобен в таком виде. Поэтому я ее заказал, здесь 1.5% кэшбэк за все покупки и целевое действие необходимо совершить в течение 25 дней. Заказал я карту буквально позавчера. Сегодня ее уже привезли, то есть прошло меньше 2 суток. Жду активации этой карты, положу на нее 500 рублей, пойду куплю что-нибудь в магазине. Ну и, соответственно, 600 рублей еще мне заплатит Workal. Поэтому, если вы хотите зарабатывать в интернете быстро и легко, ссылка на регистрацию под этим видео. Всем привет!